Все. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Иван Золо 2004. Сегодня, как вы видите, обычный стрим, я отвечаю на ваши вопросики и что-нибудь посмотрим сегодня в Ютубе. Так, всем привет, как у вас дела, что вы делаете? Ага, такс. Так, сегодня, если что, без катаны. Так. Тут нет катаны. Да, я знаю. Сегодня он ушел по делам. Так что вот так вот. Такс. Угу. А Владу перейду привет. Всем привет, всем привет. Так. А когда бой выйдет? Через несколько дней, наверное. Но вы видели, что происходит сейчас в телеграм-канале Степана Фэмили. Там очень не все жестко. А почему стримит без Коляна? Колян занят, он у себя музыку делает. Альбом свой выложит где-то в 25-30 числах. Так, всем привет, привет. Так, ага, так. Роберту перейду привет. Ты Джокер? Ну, нет. У Джокера, по-моему, нет красного цвета. И, по-моему, я немного не причесан. Ну, ладно. А так, ты не боишься ходить стать с этой прической? А, я, короче, уже где-то 4-й год, я был рыжим, блондином и черно-белым. Так что нет, я не боюсь ходить с такой прической. Такс. А, Кириллу перейду привет. И сегодня у меня донаты отключены. Зачем Катана меня попросил отключить эти донаты, я не понял. Ну ладно, в принципе, я постримлю и без них. Где я сейчас нахожусь? Я нахожусь у себя дома. Так что вот так вот. Джокер 2004. Пишите, что бы вы хотели посмотреть, чтобы я посмотрел на Ютубе. Всем привет, привет, привет. Алексею перейду привет. Легенда, да, спасибо большое. Юле Ковалевой перейду привет. Как я ЕГЭ сдал? На 72 балла, а некоторые по 80. Так что вот так вот. Любе перейду привет. Ужасная анимация. Да нет, по-моему, хорошая картинка. Давиду Скворцову перейду привет. Будут игры? Ну, скажем так, до 300 человек у меня не тянет на компьютере. И это проблема. Как-нибудь исправлю. Такс. Угу. Настя перейду привет. Всем привет. Кто присоединяется к трансляции. Так. Горум тур. По квартире. Да, она у меня неинтересная. Так, Катя Маевская, перейду привет. Ага. Так, пишите свои варианты, что посмотреть на Ютубе. Так, Саня, перейду привет, привет, привет. Так, все, поехали. Как тут вывести устройство захвата видео? О, все. Так, нет, не-не-не-не-не-не-не, это не будем мы смотреть. Сразу зайдем в YouTube. Так, и что же мы будем смотреть? Так, виден экран? А, да, все видно. Угу. Давай его Элфи. Ну нет. Его Элфи. Нет, мы не будем все-таки ее смотреть. Она не для Твича, я скажу так. Сейчас я выберу, что мы будем смотреть. Я хотел посмотреть. А что я вообще хочу посмотреть? Go like. Сейчас я подумаю, что мы будем смотреть.
Думаю, думаю, думаю. А, вот что я хотел посмотреть. Давайте посмотрим мои видео с Гуфи. Гуфи. Вы, наверняка видели мини-сериал. Так, 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 так. Где же это видео? Вот. Когда волнуюсь. А много у тебя его? Да, папа целыми мешками закупился. А поехали к тебе домой? Здорово, Ванюк! Так, а чё у меня как-то странно выглядит YouTube? У меня как с телефона, как будто я смотрю. Это странно. Ладно. Где у нас еще видео были? Сейчас найду. Где же? По-моему, я потерял их. Кстати, рассказывайте, как у вас дела, что вы вообще делаете? Что сегодня вы делали? Как сегодня провели вообще день? Так. Вики, Мальс, перейду, привет. Посмотри кашу. Что за каша? Так, каша. Такс. Это каша. Настоящий Даркнет в интернете 1400. А там нет запреток случайно? А, точно. Я хотел посмотреть новых звезд Твича, хозяевов. Так, хозяева. Это новые звезды Твича. Ну-ка посмотрим, что за новые звезды такие. Ой, не туда зашел. Да где же это? Так. Это 2 недели назад. Коиш, пара 9, куэртов, часть первая. Копейка, знаменитый Копатыч. Мужик с ножом возле горла держал вот так свою жену. Так, сразу говорю. Нет ли тут запреток? Так, что это? А как узнать, нет ли тут запреток? А, я могу включить субтитры. Там быдло! На всякий случай. А, говорят, нет запреток. Хорошо. Все, понял. Значит, смотрим. Что там? Выключи запретки, они... А, что? Не понял. Выключи субтитры, они могут запретку кинуть. А так я же говорю, если в этом видео запретка, вы говорите нету. Хорошо, значит, это видео мы не будем смотреть. Все, я отключил. И давайте что-нибудь другое посмотрим. Но кашу я не буду смотреть. Что-то как-то неинтересно особо. Сейчас, ребята, я все разберусь и все вам расскажу, что мы дальше будем смотреть. Такс. Тест на стримера. Каша чекни. Ладно, я подумаю. Оставим это, конечно, на потом. Обещаю, я включу, если не забуду. Так, 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 так. Так, что же посмотреть? Купленова? Ну, его смотреть можно, но не выдаст ли он тоже запретку? Вот, я хотел посмотреть, что за Лев этот тигр. Я его, по-моему, вчера не смотрел.